Наиватмано прахурайам нижалабхупурно манам жанада видусо коруно бинете жад жад жану бхагавате видади таманам та чатмане патимухо саджатамкасри наиватмано прахурайам нижалабхупурно манам жанада видусо коруно бинете жад жад жану бхагавате видади таманам та чатмане пратимукхасья жатха мукхасри Гаурия Госипати Сисила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: руководствуясь материальными идеями, концепциями, не нужно выискивать изъяны в апракрита лилах. Гаудия Гоштхипати. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: руководствуясь материальными идеями и концепциями, не нужно пытаться выискивать противоречия в апракрита лилах. В этом нет ничего хорошего. Это глупость. Бхагаван полон противоречий, разнообразия. Потому что он, несмотря на то, что он адвайя гьянататва, он полон разнообразия. Несмотря на то, что Бхагаван атмарам и атмакам, он постоянно вовлечен в исполнение желаний своих преданных разными путями. Он пытается, преданные пытаются совершать баджан Бхагавану. И в соответствии с их баджаном Бхагаван отвечает им, отплачивает им. Эта шлока, произнесенная Прахлад Махараджем Нарисимхадеву, очень важна. Бхагаван полон в себе. Он постоянно удовлетворен, самоудовлетворен. В нем нет никакой недостатка ничего. Он полностью удовлетворен в самом себе. Он не ожидает ни от кого ничего. Тем не менее, в соответствии с бхавой преданных, в соответствии с чувствами своих преданных, он дает ответ, он отвечает на чувства преданных, на бхаву преданных. Как если кто-то смотрит в зеркало и видит свое отражение. Пример этому был приведен вчера. Вы получаете ответ от Бхагавана так, как будто бы вы видите свое отражение в зеркале. It's true. All the time you are going.
Обычные люди, особенно сахаджия, Прабхупад объясняет в Чайтанья Чаритамрите, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур пишет, те, кто руководствуются материальными идеями, сахаджии, не понимают, что естественную сахадж-дарму, то есть естественную то, что пребывает на Голока Вриндаване. Как много дней назад я рассказывал о том, что когда Прабхупад был на Радакунде, рассказывал Харикатху, он сказал, не ходите к сахаджиям, идите сюда. Я знаю, что вам сложно слышать эту абсолютную истину, тем не менее, не ходите к сахаджиям. Тогда все сахаджии, которые были там, собрались вместе и сказали Прабхупаду, ты на самом деле сахаджия. Прабхупад ответил, да, мы сахаджия, потому что то, о чем мы говорим, это естественная дарма, сахадж-дарма, то есть трансцендентная дарма Вриндавана. Нет никакой искусственности в том, о чем мы говорим. Апракрита сахаджи — это то, что присуще, естественно присуще Вриндавану. Гопи, не делают ничего искусственного, ничего неестественного. Но мы не можем понять этого. Прабхупад пишет в своих комментариях. Пишет, что сахаджия, полные материальных идей, глупые сахаджия не могут понять естественную дхарму апракрита джагат, трансцендентного мира. Они совершают дурную деятельность, грязные поступки, нехорошие дела. Когда они делают грязные вещи без понимания того, что есть естественная дхарма апракрита джагат, трансцендентного мира. Они говорят, что то есть это естественно, то есть они не понимают, что это естественно для Вриндавана Дхамы. И Прабхупад говорит, то, что они делают, это не Вишудха Сатва. Они не могут понять многогранность Голоки Вриндавана. Simply this is going to
Их деятельность загрязняет их сердца больше и больше. Органы чувств приходят в беспокойство, еще в большее беспокойство. И сахаджи не могут понять, что органы чувств становятся все опаснее и опаснее, что они не могут контролировать свои органы чувств и ум. Видят в трансцендентных вещах грязное, грязь. И таким образом, в трансцендентное апракрита татву они приносят мусор, загрязняют эту татву, они бросают в нее мусор, в эти чистые отношения трансцендентного уровня. Bhajate tadrishi kira. Prabhupada speaking, they just make opposite meaning. Bhajate tadrishi kira mean they think what Krishna doing, we will have to do it. Они думают, мы можем делать то же самое, что делает Кришна. Мы должны делать то же самое. Bhajate tadrishi kira sabta, this ortho, they are going to get dirty meaning. And they start giving satisfaction to their sense organs only. In their tarpan, и так они начинают доставлять удовлетворение своим органам чувств. И это не есть Кришна-бхаджан. Гуру-варга говорит, для того, чтобы понять Кришна-бхаджан, что есть истинный Кришна-бхаджан, потребуется жизнь, много-много жизней. Необходимо понять, что Кришна-бхаджан настолько чист и редок, непостижим. Speaking, bhajate tadrishi kira, it means prakrita vastu aprakrita rati. Prabhupad говорит, апракрита рати, по милости Рагануга Рупануга Бхакт, мы можем достигнуть апракрита рати с помощью нашего бхаджана. Апракрита рати — служить Шри Кришне. Не обретя апракрита рати, невозможно войти в апракрита даму, служить Кришне. И размышлять, даже просто размышлять о апракрита лиле. Повсюду под именем бхаджана, под именем бхакти, много грязных идей проповедуется. Прабхупад говорит, если какой-то садак, думает о себе как о Сидда Махатме, появляется замешательство. Прабхупад говорит, что садана, сиддхи — это нечто совершенно другое. То есть садана и садака и садана сиддхи — разные вещи. Если кто-то взрастил неправильное понимание этих вещей, платформа
Садхана и платформа ситхи — это разные вещи. Если у вас есть какое-то неправильное понимание этих вещей в сердце, на этой почве могут возникнуть большие проблемы. Прабхупад говорит, садхана и ситхи — это две разные платформы. И если в этом есть какие-то замешательства, неправильные представления об этом, джива станет пракрита сахаджия, материальной сахаджия. Бхавет, каждый, то есть люди могут по-разному интерпретировать это слово. Кто-то подразумевает под ним нечто, что возможно обрести только при помощи ручи. Сахаджи думает, нет проблем, что мы полны анардх. Хоги, наслажденцы, материальные наслажденцы, думают, что таков наш адхикар. То есть бхавет, значит, все открыто, каждый может делать то, что он хочет. Таким образом, особенно в Рагануга Баджане, день за днем, много-много мусора привносится извне. И нет спасения от этого. У нас нет прав говорить, наверное, проверять кого-то, потому что мы сами можем стать сахаджами, потому что мы не можем себя назвать последователями Прабхупады и Бхактивинода Такура, потому что мы по-настоящему не следуем им. То, что возможно на Голоке Вриндавана, то, что возможно для Кришны и Гопи, неприменимо к нам, совершенно неприменимо к нам в нашем обусловленном состоянии. Бхактивинода Такур пишет, если какой-то садак хочет достигнуть абсолютного блага, в таком случае он должен следовать преданным, которые находятся в линии Рагануг. Рагануга преданным. Шри Гауранга Махапрабху, который хотел указать нам путь, всеми своими поступками, речью, делами, он показывал нам, как совершать Рагануга Баджан. Он показывал, что я преданный, и я хочу совершать. То есть и баджан необходимо совершать таким образом. Повсюду множество замешательств на этот счет. Никто не может понять, что есть истинный путь Харибаджана. Но мы знаем, что даже Лакшми Деви не может, даже для Лакшми Деви не позволено войти в эти трансцендентные лилы, что говорить о вас с нами, о вас и обо мне. Сарджоситам налино гандаручам куто аньяха расасави асьо бхажатан лагрихи то канчаха
Сама Лакшми Деви не обладает возможностью принять участие в трансцендентных лилах Господом, Бхагаваном. Та милость, та удача, которую обрели гопи в танце раса, Кришна совершал свой танец вместе с ними, играет вместе с ними. Все это абсолютно естественно. По сей день Лакшми Деви совершает баджан во Вриндаване. Но она не может обрести возможность. Когда Кришна совершал свой танец на Расастхале, который абсолютно естественен для него, в нем нет ничего ненормального, нет и намека на материальную каму, как я уже рассказывал об этом. Лакшми Деви хотела также принять участие в этом танце раса, но она не может, ей не позволено. Что говорить о вас с нами? Сама Лакшми пыталась. В 10-й песне Шримад Бхагаватам это описано. Какую удачу, что совершал ты в прошлой жизни, что Калия, что совершал он в прошлой жизни, что Калия смог обрести прикосновение лотосных стоп Шри Кришны к своей голове. Going to do estate and finance in this bell one. С намерениями принять участие, получить вход, возможность войти в танец раса, принять участие в танце раса, она по сей день совершает аскезы, но до сих пор она это не увенчалась эти стремления не увенчались успехом. И из этого можем извлечь понимание, что если сама Лакшми Деви не может достигнуть этих лил, что говорить о вас с нами. Бхагаван провозгласил, что я полностью пленен вами, говорит Бхагаван Гопи. Сражен вами. Итак, они совершают свои игры. Вчера я рассказывал об одном определении. В Веданта Сутре сказано: Анандамая Абхасат mean actually you will have to practice Анандамая Абхасат mean
Мы должны практиковать под руководством очень-очень чистого, преданного, Рагануга преданного. В таком случае мы сможем понять все. С помощью этого процесса мы обретем возможность достичь нашу высшую цель, совершать служение Бхагавану Ваучию напрямую. Вы получите такое же служение, как обрели гопи, если вы будете совершать должным образом свой баджан. Повторяя трансцендентный харинам, всем сердцем совершая служение без лицемерия. And viruddha dharma tasmin nachitram. If you find some contradictory point, видите какие-то противоречивые моменты в Кришне, you should not express any doubt, вы не должны сомневаться в нем, потому что для него возможно все. Это об этом же говорит Веданта Сутра. All viruddha dharma tasmin nachitram. Он в одно и то же время невероятно милостив, в то же самое время он абсолютно жесток, то есть не милостив, потому что он оставил танец раз и оставил гопи страдать в разлуке с ним. Но это выглядит лишь так внешне. На самом деле, это была его величайшая милость. Когда Радхарани покинула Расалилу, и Кришна также покинул Расалилу вместе с Радхарани, все гопи плакали. Все гопи начали плакать. А затем мы увидели, что Кришна оставил Радхарани. Оставил Радхарани, а сам отправился в какое-то отдельное место. Так что никто не мог видеть его. Но Кришна наблюдал за каждой из них. И наша Гуру Варга объясняет этот стих следующим образом. Only done by Radharani, and also in between we can find Radharani crying. Эти слова принадлежат Шримати Радхарани, они могут принадлежать лишь ей. Радхарани плачет, и гопи утешают ее, Только Гопинат может защитить полностью гопи. Где ты, о Гопинат, где ты? Если ты не придешь и не даруешь даршан, мы умрем. Если ты не предстанешь перед нами, мы оставим свои тела.
Итак, Кришна, находясь вне поля зрения гопи, наблюдает за ними. Таким образом, мы должны совершать баджан под руководством гопи. Сам Кришна не может понять свою сладость, какой уникальностью он обладает. That Krishna, when going to see his own, own picture in reflection in one, Как мы говорили вчера, когда Кришна увидел свое отражение в зеркальной колонии. Видури Махарадж говорит, когда Кришна при помощи йога майя увидел себя в зеркале, сам он не мог. Он был в замешательстве, видя свою красоту. Украшения Кришны не увеличивают его красоту. Напротив, Кришна украшает их. Настолько он прекрасен. На нашем материальном уровне невозможно это понять. Абсолютно невозможно. Для того, чтобы понять эту Кришна-лилу, необходимо, прежде всего, понять лилы Гауранги Махапрабху. Шри Кришна, самый возлюбленный Шри Ради, Шри Кришна, возлюбленный Шри Ради, явился как Шри Кришна Чайтанья Дев с тремя главными особыми желаниями, причинами прихода. Рагмарга Баджан редок. Прежде чем Махапрабху пришел, Джайдев Госвами написал свою Гита Говинду. Причина прихода Махапрабху — это Рагамарга
Баджан. То есть он пришел, чтобы показать нам, как совершать рага-марга-баджан. Шри Кришна, возлюбленный Шримати Радхарани, являет Лилой Чайтанья Дева. Он пришел сюда с тремя главными, по трем главным причинам. Прежде всего, он хотел явить себя этому миру и своего бесконечного сострадания к дживам. Он принес сюда то, что не давалось долгое-долгое время. Он открыл себя для того, чтобы навсегда, то есть из-за своей бесконечной доброты, бесконечного сострадания к человечеству, ум и разум, эго, тройственные страдания джив, адибаутик, адидайвика, также страдания, получаемые от других живых существ, адибаутика. Когда люди приносят мне боль, или скорпион кусает меня, или мы теряем что-то, это адибаутика. Первая шлока Шикшаштакам дает нам указание на то, что вокруг нас лесной пожар. По всему миру никто не может снискать мир, успокоение. Во-вторых, по своему собственному примеру, он пришел сюда обучить нас беспрецедентной чистой преданности на своем собственном примере поведения. Он дает нам понимание этого. Бхагаван обучает нас беспрецедентной преданности, любовному служению Верховному Господу. Разные проявления расататвы. Верховный Господь обучает нас как в форме духовного учителя. Так, чтобы мы обрели вкус к целебному эликсиру бхакти-расы. В соответствии со своим темпераментом, с темпераментом каждого, наверное, Бхагаван приносит сюда прему, прему в этот материальный мир. Прежде чем Шри Кришна Чайтанья Дева
принес сюда послание Кришнапремы. Через Гита Говинду, Кришна Каранамриту, песни Чандидаса, Видьяпати, некоторые обладали знанием о Радха Кришна премии. То есть это было опубликовано, но тем не менее было невероятно редко. То есть были личности, которые могли понять это, но они были редки, их было очень мало. Но Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы дать понять всем нам, что есть Апракрита Лила Вилас. Принес нам то, что в действительности невозможно для нас понять, но мы пытаемся постичь это. Итак, прежде чем Махапрабху пришел в этот мир, была Гита Говинда и песни Кришна Каранамриты, некоторые песни Чандидаса, Видьяпати. То есть все они рассказывали о Радха Кришна премии. Они были опубликованы. Но в большинстве своем люди не знали об этом. Когда пришел Махапрабху, несмотря на то, что он сам проповедовал это, обычные люди не могли этого не понять, то есть он сталкивался с большим количеством проблем в проповеди. Потому что для обычных людей невозможно понять эти возвышенные темы. Большинством интеллигенции это не было принято. Те, кто были вовлечены в чувственное наслаждение и руководствовались своим материальным разумом, они хотели Все, даже о Гите, всех пытаются писать комментарии. Поэтому это приносит много замешательств. Они вовлечены в чувственное наслаждение и пишут комментарии на такие возвышенные писания, и тем самым приносят грязь. Когда Бхактивинода Тхакур был в Миднапуре, преданные стали говорить о Паракия Бхаве Бхактивинода Тхакура. И то же самое произошло с Прабхупадой. Ачарья Сахаджи. Действительно, он не является ачарьей. Он пришел к Прабхупаде для того, чтобы поговорить о Паракия Расе, Рагануга Бхакти. Выслушав его, Прабхупад был разгневан. О чем вы говорите? И этот ачарья сказал Прабхупаде: в действительности вы не понимаете, что такое Кришна-бхаджан. Вы не можете совершать никакой Кришна-бхаджан. И подобные недопонимания, неясные концепции распространены по всему миру. Пока сердце загрязнено ложным эгоизмом, пока ум находится в тьме, из-за неправильных, ложных концепций, телесных представлений, пока человек неправильно отождествляет себя, думает, что он это бренное тело,
а также что он есть его ум, разум и так далее, для... пока все это загрязняет ум Дживы, она не может войти в трансцендентные лилы Рады Говинды, не может испытать прему. Сейчас, в настоящее время, мы принимаем это как что-то дешевое. Долгое время я объясняю возвышенность этих тем. Тем не менее, я понимаю, что я не смог до конца раскрыть эту тему. Только по милости Рагануга Гуру Варги, Рупы Пада, Санатана Гасами, Рагунада Гасая, мы можем достигнуть прямо. Поэтому вся наша Гуру Варга советует нам постоянно совершать киртан. Если мы сможем плакать вместе с киртанами, читая киртаны, как в одном из киртанов написано, что если вы хотите совершать Кришна-бхаджан, вы должны плакать и молиться постоянно, взывая к шести госвами. Плакать и молиться, пожалуйста, помогите мне. Я не понимаю, что есть према. Что такое према, я не могу понять, поэтому, пожалуйста, помогите мне. Также Наротам Дастакур молится подобным образом. Он пишет, когда я смогу понять эти уникальные отношения между Радхой и Говиндой? Когда я увижу Шри Вриндаван? Шрила Бхарати Госвами Махарадж очень часто цитировал этот стих. Этот киртан. Когда материальные наслаждения перестанут быть привлекательными для меня. Мы слушаем и пытаемся следовать. Когда мы осознаем, что все, что нас окружает, это материя, сам Махапрабху игнорировал отца и старшего брата, отца, то есть дядю Рагунатха Дас Гасая. Махапрабху не называл их вайшнавами. Несмотря на то, что те помогали, они постоянно жертвовали деньги в Шантипур. В то время они были известнейшими жертвователями, то есть они были очень богаты, невероятно богаты, как Индра. И они постоянно посылали, раздавали в Навадвипу и Шантипур, там они посылали пожертвования вайшнавам. Тем не менее, Махапрабху не называл их вайшнавами, потому что все зависит от настроения. У меня нет права говорить о Рупануга Рагануга Бхаджане, даже для того, чтобы... даже просто о чистом бхаджане. Прабхупад говорит, что у нас нет права делать никакие снисхождения, компромиссы. Чистая преданность уникальна, так что мы не должны делать никаких компромиссов. Радхарани не идет на компромиссы с Чандравали. Если мы скажем, что у Радхарани нет смирения, нет терпения, это будет неправильное понимание вещей. С нашей платформы мы не можем понять, что Радхарани
То есть настроение Радхарани и Чандравали абсолютно разные. Настроение Чандравали совершенно другое. И если вы не понимаете этого, то как вы можете выдвигать какие-то суждения? Итак, мы не должны совершать, не должны идти ни на какие компромиссы, уступки. Для того, чтобы подстроиться под сахаджи, нужно, то есть, чтобы принять что-то плохое, необходимо оставить что-то хорошее. Чтобы прийти в гармонию с сахаджиями, необходимо оставить что-то хорошее, и точно так же наоборот. Чтобы принять что-то хорошее, необходимо распрощаться с плохим. В противном случае гармонии не возникнет, не возникнет отношений. Итак, если мы будем читать Прадхану прямо Бхактичандрику и так далее, Гуркшеда Бабаджи Махарадж постоянно воспевал эти киртаны, и он носил с собой две эти книги, Прадхана и прямо Бхактичандрику. Они были в его сердце. Гуркшеда Бабаджи Махарадж хранил их в своем сердце. Потому что эти книги — это сердце Рагануга преданных. Гурупад Падма говорил, все киртаны, написанные Наротом Дас Такуром, и нашими махаджанами, из этих киртанов вы можете получить силу. Если вы будете совершать их искренне, то есть имеется в виду лишь для того, чтобы доставить удовлетворение Верховному Господу, не так, чтобы провести впечатление на окружающих. Я рассказываю Харикатху, когда я один. Когда я жил на Сурикунде, я постоянно практиковал это. Я рассказывал Харикатху в одиночестве для того, чтобы достать удовлетворение Верховному Господу, а не для того, чтобы снискать славу окружающих у окружающих. Итак, если вы... то есть, если вы будете воспевать эти киртаны, через них вы очень легко сможете понять настроение Радхики и Гопи, потому что Наротом Дас Такур все это ясно описал в своих киртанах. Он пишет: постоянно я буду памятовать о лотосных стопах Рупа Рагуната, потому что они помогают мне помочь, помогают мне понять. Это трансцендентные любовные отношения, когда и как я смогу их понять. Это главный вопрос. Наротом Такур учит нас, чтобы мы никогда не стали сахаджиями. Я могу постепенно достигнуть развития, улучшения своего положения, своего понимания, но я не должен запрыгивать на верхушку дерева, я не должен прыгать. Итак, материалисты пытаются доказать, что они значимые люди, что они очень важны, но они неправильно понимают взаимоотношения Радхи и Кришны. Это есть грубое непонимание со стороны интеллигенции этих тем, потому что они выдвигают свои представления, основываясь на чувственном опыте. На своем чувственном опыте они постоянно вовлечены в чувственное наслаждение. Таким образом, как они могут понять их и как они могут помочь другим понять эти игры. Поэтому Бхактивинода Такур говорит, тот, кто говорит подобное, я дам вам прекрасное учение Рагануга Бхакти. Если кто-то
выдвигает подобные заявления. Я... Я расскажу вам о Рагануга Бхакти и... то есть, если кто-то говорит таким образом, идите сюда, я вас научу Рагануга Бхакти, Бхактивинода Такур говорит, что это 100% обманщики. То есть, если кто-то говорит, приходите, я вас научу Рагануга Бхаджане, и Бхактивинода Такур говорит, 100% это обманщики. Мы не должны верить им, потому что невозможно обучить Рагануга Бхакти. Пока сердце человека загрязнено ложным эго, эгоизмом, пока умы наши во тьме из-за неправильного понимания трансцендентных любовных отношений между Радхой Говиндой и Гопи, потому что эти люди руководствуются ложными идеями, ложными представлениями. Они думают, что трансцендентные лилы — это то же самое, что происходит в материальном мире между мужчиной и женщиной. Поэтому пока сердце грязно, пока мы осквернены эгоизмом, пока перед нами завеса майи, пока человек отождествляет себя с материальным телом, с грубым телом и с тонким телом, для него нет никакой возможности войти в трансцендентные игры премы, мир премы Рады Говинды. Весь мир осквернен неправильными представлениями об этом. Возможность войти в трансцендентные лилы, то есть квалификация для того, чтобы войти в эти лилы, в лилы Кришны, требует абсолютного образца поведения, то есть идеального поведения. Под этим подразумевается, что необходимо прежде всего понять, что такое идеальное поведение для чистого преданного. Если вы не понимаете этого, если вы не понимаете, что есть, то, если вы одурманены материальными концепциями, то ваше видение неверно. To jump and cross, you know, this gradual procedure. Those who venture to jump, and they like to avoid all usual procedure of. Хотят избежать постепенного процесса развития, описанного Рупа Госвами, Саду Санга, Анартха Ниврити и так далее. Они отправятся в ад навсегда. То есть те, кто хотят запрыгнуть на дерево, на верхушку дерева, не следуя процессу, они отправятся в ад. И люди даже не понимают, что такое Шабда Браман, что говорить о Рагануга Бхакти. То есть у нас нет понимания, что такое Пракрита Шабда Браман. Нет, мы в замешательстве в отношении этого вопроса. То есть каждый говорит Харикатху, и мы в таком случае мы будем воспринимать, что все, что нисходит от
уст говорящих это Хари Катха. Но это неправильно. У нас нет возможности в таком случае оборвать материальные оковы. Мы не должны думать, что в Бхагаване есть какая-то... что он дискриминирует кого-то. Он одинаково относится ко всем. В нем нет никакой пристрастности. В Бхагавад-гите открыто провозглашается. Бхагаван провозглашает. У меня нет пристрастности. Если я вижу, что кто-то совершает баджан, я даю ему возможность. У меня нет такой концепции о дживах, что кто-то мой друг, а кто-то враг. Если кто-то совершает уникальный истинный баджан, с полным преданием, я вступаю во взаимообмен с ним. Я отвечаю такому преданному. В Веданте множество шутр, которые направлены на то, чтобы помочь нам. Если мы сможем понять их, мы никогда не станем сахаджиями. What do you mean by this word? Vedanta. Bacho. Bacho. I mean, Bacho mean? Like, Krishna is Bacho and Krishna name is Bacha. Follow what I say. When we are going to indicate somebody, that is Bacho. Мы обращаемся к кому-то, произносится слово Bacho. Bacho. А второй вариант — вачах, когда мы... То есть, извините, вачах, когда мы к кому-то обращаемся. То есть, в апракрита джагат, в трансцендентном мире не существует разницы между тем, к кому обращаются, и самим объектом, наверное. Нет разницы между объектом и его названием. То есть нет разницы между Кришной и Кришнанамом. Харикатха и Хари не отличны друг от друга. Также мы можем попытаться понять, что сказано в Веданте. Пратикул баджан полностью запрещен. Пратикул баджан, сам мане саммак, totally анваят, анвай мин анукул. Анвай бятирек, directly, indirectly, it is direct, анвай ба анукул анусиран. That's why it is written, татту, тадвасту, say Krishna vastu, ту, Krishna vastu, you will have to do баджан by самам наят. Татту самам, саман наят. Саммак,
Вы должны действовать благоприятно по отношению к Бхаджану. Также мы должны действовать анушиланам. Атма-шабда означает вечный трансцендентный звук. Вайкунта-шабда. И нет разницы между шабда и шабди. Не думайте, что это одно и то же с трансцендентным звуком, трансцендентные имена. Звук Вайкунтхи, наверное, то, как Апракрита Шабда Брама вечно существует в трансцендентном мире. Но материальный разрушается в материальном. Те, кто совершает анукула баджан, в Веданте сказано о таких. Если вы будете слушать Харикатху о Бхагаване, если вы обладаете полным преданием Верховному Господу, в таком случае, если вы будете слушать Апракрита Шабда Брама, вы получите освобождение. Если вы будете совершенствоваться, вы обретете новые и новые возможности. Все эти шлоки приводятся в Веданте. Сабдам, ашабдам, икшатер на асабдам, мин икшате на асабдам. That's mean апракита сабда брахма, you will have to look, you will have to see sound, yes. Вы должны видеть апракрита шабда брахма, но как же можно видеть звук? Да, здесь идет речь именно об этом. Апракрита джагат. В апракрита джагат вы можете видеть абсолютно все. В трансцендентном мире абсолютно все можно узреть. Если вы совершаете апракрита севу, слушаете апракрита харикатху, для таких людей написано, для таких преданных сказано, что материальный звук невозможно увидеть. Но можно увидеть трансцендентный звук. Вы должны видеть его, смотреть на него. Даже в материальном мире мы можем видеть материальный звук. То есть радиоволны, наверное, имеется в виду. Граммофоны, записи, саундтреки, они обладают частотами, которые отражаются на носителях. Таким образом, Васудева Госвами дает указание. Попытайтесь увидеть Апракрита Шабда Брама. Попытайтесь понять, потому что Апракрита Шабда возможно увидеть. Таким образом, конечное заключение, которое дает Рупа Госвами Пад, заключается в следующем.
Долгое время мы пытались понять, что есть Кришна Према, каково сокровенное, сокровенная тайна Кришна Премы. Когда мы все это поймем, когда по-настоящему будем практиковать Харинам, повторение Харинама, если мы будем повторять в совершенстве с закрытыми глазами, мы все сможем понять. Очень важная вещь. Это очень важно. В противном случае нет другого выхода. Рупа Госвамипад говорит, перечисляет стадии премы. Это не какие-то шутки. Према содержится в шастрах. Порой мы... То есть према нельзя идентифицировать с любовью. То есть Кришна и гопи, их взаимоотношения недостижимы для нас. Такие отношения невозможны для нас. Они возможны лишь в процессе. И достигнуть их можно с помощью процесса, описанного Рупа Госвамипадом. And Bhava can manifest itself in eight Sakhis. Because Radharani went to serve Krishna. Когда Радхарани служит Кришне, Радхарани actually counter hold. На самом деле она Радхарани это копия Кришны. И ее спутники, восемь сакхи, восемь сакхи Шримати Радхарани. Пишу, Шримати Радхарани служит Кришне. В действительности Радхарани копия. Радхарани — это копия Кришны. И ее копия — это восемь сакхи. Копия неделимой. Радхарани — это Кришна, а Кришна — это Радхарани. Между ними нет никакой разницы. Поэтому мы называем Шримати Радхарани копией Кришны, а ее спутники — ее копии, ее спутницы. Круг ее общения — это ее копии. Восемь сакхи. Простите, ее спутницы, круг ее общения — это копия восьми сакхи. Возвышенные отношения, супружеские отношения с Верховным Господом. Копия Кришны. Если мы скажем, что Радхарани — это Кришна, Кришна — это Радхарани, то есть между ними не существует разницы. Итак, Шримати Радхарани — копия Кришна.
А спутники ее — копии восьми сакхи, которые находятся в супружеских отношениях с Верховным Господом Шри Кришной. Верховный Господь Шри Кришна — единствующий, доминирующий обладатель, то есть единственный обладатель премы. Имеется в виду объект их премы. Кришна — доминирующий абсолют. А Радхарани — также доминанта, то есть Кришна — обладатель премы. Кришна получает прему. Кришна — единственный объект премы Шримати Радхике и Гопи. Нет никакой связи материального характера. Когда Шримати Радхарани совершает игры с Кришной, это доставляет ему высочайшее блаженство. This kind of situation for why Krishna was bound to play with them. Почему Кришна совершал танец раса целую ночь Брамы? Такой длинный промежуток времени. Почему гопи испытывают влечение к Кришне? Гопи обладают прекрасными качествами, это описано в Чайтанье. То есть это Кришна говорит, что он единственный объект привлечения. То есть мной привлекается все в этой вселенной, но я испытываю влечение, я сам испытываю влечение к Шримати Радхарани. Impossible. Therefore, the climax of prema in Mahabhava is possible only possible. Махабхава возникает, то есть возможен лишь только лишь для Шримати Радхарани, и только для нее. Только лишь Шримати Радхарани может достичь, достижимо лишь для Шримати Радхарани. Верховный, наслаждающийся Шри Кришна, вкушает сладость супружеских отношений с Шримати Радхарани. Он, Верховный, наслаждающийся Шри Кришна, вкушает сладость супружеского служения Шримати Радхарани, которое она оказывает ему, любовного взаимоотношения. Но что она получает в ответ? Каково ее чувство? Что испытывает она в разлуке и в единении с Кришной? Когда Чайтанья Махапрабху явился, уже я назвал три причины, по которым он снизошел в этот мир. Господь не знал, что испытывает Шримати Радхарани, когда она находится с Кришной и когда она находится в разлуке с Кришной. Что испытывает Радхарани? Господь хотел понять это. Кришна хотел понять. Чайтанья Чаритамрита, он говорит, что я не могу понять ее чувства.
Сам Господь не знает этого. По своей собственной воле, по своему независимому желанию, он принимает форму, свет, свет Шримати Радхарани, а также ее чувства, которые она испытывает к нему, и приходит в этот мир в форме Гауранги. И благодаря этому он может наслаждаться чувствами Шримати Радхарани. Он может испытывать чувства Шримати Радхарани. И называется это Уннато Уджвала Према. Таким образом, он становится Шри Кришна в Чайтанье Махапрабху и нисходит в этот мир. В Чайтанье Чаритамрите сказано, Махапрабху говорит, Кришна говорит, према редка для этого материального мира. Бхакти раса редка. Уджвала према редка. Таким образом, я должен показать людям, как они могут обрести прему. Я сам на собственном примере должен показать, как достигнуть премы. Да, Юга Дхарма — это хорошо, но это не единственная причина, по которой Господь не зашел в этот мир. Господь пришел сюда, чтобы наводить этот мир чистой преданностью, беспрецедентной чистой преданностью, так, чтобы люди смогли понять путь, с помощью которого можно достигнуть бхакти. Господь Шри Кришна пришел в форме Чайтанья Махапрабху, чтобы распространить прему Анарпита Чарам Чарат. Рупа Госвами объясняет, такова причина. Complicated thing you cannot understand. So the final conclusion is that Rupa Goswami Pad writing so many things, but we have no power to understand. Rupa Goswami Pad написал много вещей, но у нас нет возможности понять всех их. Он пишет в заключении, что према недостижима. Ведагдамадеви он пишет. Та ситуация, в которой то есть блаженство и боль, как яд и амрита, все это перемешивается. Вот это есть према, как амрита и яд. Невозможно выбросить, потому что там в этом смеси присутствует амрита, и в то же время вы не можете принять это из-за яда. Радхарани говорит, таковое настроение, оно только лишь, то есть только лишь Радхарани может понять то, что в сердце Кришны, каково его према, то, что внутри его сердца, боль, которую Калкут — это самый ядовитый яд, самый могущественный яд.
И его можно сравнить с чувством разлуки, которое испытывает Шримати Радхарани. Сам Рай Рамананда и Махапрабху говорят, мы слышали, так много славы Харинаму Прабху, но это прославление уникально. Мы никогда прежде не слышали этого объяснения прямо. Все это сказано Шримати Радхарани. Она говорит, мы испытываем такую боль, как будто бы мы отравлены могущественнейшим ядом, как удбиш. Мы, Тасарупа Госвами подпишет, даже мужчина, который... То есть человек, который выпьет этот ядовитейший яд, не будет так страдать, как мы страдаем от разлуки с Кришной. Боль это гораздо больнее, чем если яд, страшнейший яд проникнет в наше тело. И рупа, то есть это очень больно. Очень страшен этот яд, но Рупа Госвами Пад говорит, что боль разлуки с Кришной превосходит боль, получаемую от самого мощного яда. Кто может почувствовать, кто может понять эту боль? Эта боль бесконечна. Боль разлуки с Кришной, как амрита и яд, которые смешаны вместе. Кришна према вселяет в нас бесконечное счастье. Но в то же самое время боль, опыт боли, разлуки, боль от разлуки с Кришной присутствует в этом. То есть мы понимаем, что боль от этого, но там присутствует трансцендентное блаженство Апракрита Ананда. Таким образом, према зигзагообразна. И сила, мощь этой премы. То есть она мне невозможно превзойти, наверное. Тот, кто обрел, достиг такой премы, тот, кто если в сердце какой бы то ни было гопи разовьется, это чувство, она сможет понять сердце Кришны, но это недостижимо для обычных людей, для посторонних. Таким образом, мы долгое время хотели доказать, что нет даже запаха камы в этой лиле, что она абсолютно трансцендентна, и нет ничего материального в ней. Если мы достаточно удачливы, по милости Рупы и Дживы Госвами Пада, мы сможем обрести эти любовные взаимоотношения с Кришной и понять, что никакая философия не принесет нам удовлетворения.
Трансцендентный опыт Махабхавы отождествлен лишь, то есть может быть доступен лишь для одной лишь Шримати Радхарани. Будьте внимательны, она и только она центр всей Расалилы. Я уже говорил об этом, когда объяснял, что Бхагаван Опи я рассказывала эту шлоку, памятуя о совершенстве привлекательности Радхарани, Кришна впадает в беспокойство. Итак, Бхагаван Опи то есть, с одной стороны, то есть речь идет о том, что не однонаправленной привлеченности. Кришна привлечен Гопи, и Гопи привлечены Кришной. Кришна обещал исполнить желание Гопи. Прежде я уже объяснял, что среди всех гопи Радхарани совершенная. Она центр Расалилы. Если, то есть ушла Радхарани, ушла, прекратилась Расалила. Расалила остановилась после ухода Шримати Радхарани. Таким образом, мы должны сделать некоторое заключение. Трансцендентное значение Махабхавы может быть большинство людей не могут понять совершенство Махабхавы, что кто есть Шримати Радхарани. На самом деле Махабхава — это Шримати Радхарани, и большинство людей не могут постичь это. Потому что люди находятся на такой платформе, которая грязна. На физическом, ментальном, тонком уровне, тонким телом, физическим телом. Много-много трудностей в этом. Трудности от этого положения, от состояния. Обусловленные души из-за своей забывчивости. Отождествляют себя с тонким и грубым телом, а в конце концов хотят... На стадии самозабвения обусловленная душа находится в оковах грубого и тонкого материального тела. В конце концов, она приходит к пониманию, что необходимо обрести према бхакти. Есть много разных составляющих, есть несколько составляющих освобождения души, наверное. То есть душа полностью покрыта. Одна за другим эти оковы спадают с нее. Несколько стадий освобождения души. Rapa Rupanuga devotee or Yaganuga devotee,
Только Рупа Нога Рагануга преданные могут понять, что есть снеха и другие составляющие баджана, шрадья, что такое сада санга баджана крия, анартха нивритти, ништа, ручи, что такое асакти бава, према, что такое снеха, ман, праная, что такое рага, анурага, бхава, и что такое махабхава. Итак, есть большие недопонимания в этом вопросе. Среди западного, ученых западного и восточного мира, что касается бхакти, что такое према, но больше всего недопонимание по отношению к Махабхаве, как они могут понять ее. The supramundane love sports of counter hole, you know. True bhajan we can understand. Невозможно понять Шримати Радхарани, которая занимает высочайшее положение. Это возможно лишь с помощью баджаны. Через баджан можно понять Шримати Радхарани. Таннаму рупа чаритади сукиртанану Смритва камина расана манасе ниаджа тишчана бхаже таданураги джананугами калам наед акхилам ити уподеша сарам ванча калпатурвасе ке пасин бхавача патитанам паване бхавашне бхё намо